Всем привет, ребят! Вы на канале Ашина Шинбу, и с вами Доги. В этом видео я хотел вам показать самую первую версию Vivo Project, которая вообще была, ну, вроде как, она в принципе первая, ну, которую разработчик выпускал, естественно. Она сейчас находится на Патреоне. Тут очень какое-то конченное управление. Но опять же, я не буду никак критиковать эту версию, потому что она сделана около 3 лет назад. Она, как я уже сказал, самая первая, поэтому ничего космического от нее ждать не надо. Что, как тут вообще все управляется? Ну, у нас тут дом летает, получается. Вот такой вот у нас дом, вообще без текстур, без всего. Герой у нас, как обычная рука, которая даже не двигается. Ну, как бы вот она просто летает. Мы нажимаем правой кнопкой мыши, ну, просто нажимаем. И можем с помощью нажатия, ну, мы нажимаем и крутим ее вот так вот. Если не нажимать, ну, короче, если нажимать на правую кнопку мыши, то мы двигаться не можем. Ну, только если так. Так, где наша шинобу тут? Ванна тут вот такая вот, она не рабочая. Ну, мне кажется, да, она тут не рабочая, получается, это просто модель. Значит, идем сюда. Тут у нас никаких для нас лично препятствий нет. И шинобу у нас тут такая вот. Это первая модель шинобу. Шинобу Project 0.1. И вот такая вот у нас тут модель шинобу. Каким образом я тебе под юбку смотрел, можешь мне сказать? Да, очень странная шинобу. Окей, давайте попробуем ее хэдбэкнуть. Тут никаких целовашек нет, ничего. Ну, как бы, тут их не могло быть, наверное. Хотя, нет. Ну, в общем, тут их нет. Тут вот только если так. Да, озвучки тут тоже нету. Так что из функционала что тут у нас есть? Мы можем полетать, шинобу за голову подержать, погладить. Причем для того, чтобы гладить, не обязательно ее реально гладить, как это в новейших версиях. Можно просто взять ее за голову таким вот образом. И как бы анимация того, как мы ее гладим, будет проигрываться автоматически. Ну, это и 0.3 версии точно так же. Она обиделась, что мы ее не погладили до конца, но, типа, тут, кстати, она не умеет просить. Это уже потом VivoDev, это как его, сделал то, чтобы она могла просить, чтобы ее дальше погладили. Тут этого нет. Тут есть только, типа, как она обижается, когда мы ее перестаем гладить, как она радуется, когда мы ее погладили. И, как бы, тут герой может летать, как я уже сказал. И, как бы, все на этом. Шинобу, у нее очень мало действий. Герой вообще нищий, и он ничего не может сделать, кроме как кинуть. И вот каким-то образом он смотрит ей под юбку. Я не понимаю, каким образом он это делает. Как ты это делаешь, герой? Чё ты за читер такой? Давайте посмотрим. Ради интереса. Блин, сейчас. Вот это даже так очень сложно делать. Очень сложно делать, я вам скажу. Ну, вот как-то так. Идем сюда. Она злая. Кстати, вот здесь у нее очень смешная моделька, я прям угарнул с нее. Вскоре вы увидите ролик, в котором было показано, как ее моделька делалась, вот это вот. Ну, по идее, я так понимаю, что вот это вот эта моделька та самая была. Ее VivoDev сам делал. Типа его моделька то ли. Вот. О, как видите, она такая вся радостная. В общем, ребят, вот такой вот обзорчик получился на самую первую версию Vivo. Сейчас давайте взлетим на дом. Ну, как бы, тут, естественно, нет текстур никаких. Так что, ребят, теперь вы знаете, как видела первая версия Vivo Project, которая вообще, в принципе, есть в плюс-минус доступе. Чтобы получить эту версию, другие версии, в том числе 0.9 версию Vivo, да, такая есть, но я какой-то рукожоп, видимо, потому что я не могу ее запустить у себя, либо что-то я там не так делаю, либо что-то еще. Ну, в общем, не могу я самую новейшую 0.9 версию Vivo запустить. Ну, мне хотелось посмотреть, как Vivo выглядела у своих истоков, и, впрочем, я это смог сделать. Ну, не скажу, что я разочарован, в принципе, очень даже прикольно даже так. Такая новая модель Vivo для меня. Она, в принципе, старая, устаревшая, но для меня новая. Так что вот так. Возьмем ее сейчас за голову. Так что вот так. Всем спасибо за просмотр. С вами был Доги. Это был канал Шинобу Ашина. Всем пока.